дочь расстрелянного в 1937 году коммунистами последнего кижского священника Алексея Петухова, Галина Алексеевна приехала на Кижи помолиться за отца. В свои 90 лет помнит, как в сталинское лихолетие в людях уничтожали веру. Но люди всегда верили, что жизнь однажды преобразится, и продолжали служение. Слеза душу грызет. Папа в 1936 году Пасху отслужил в Преображенской церкви, несмотря на то, что не разрешали. Он сверх всего этого, он все равно писал везде, ходатайствовал везде, чтобы церковь не закрывали, что церковь это христианская, что для молитвенных нужд идет, что жители все за церковь борются на этих, и вот он сколько писал, и вот его на этих арестовали. При Советском Союзе церкви были закрыты. Пережили тяжелые для веры времена государственного атеизма, преследований за религиозные убеждения. Дождались, когда придет время возрождения, и люди вновь придут в храм на молитву. А ведь совсем недавно здесь, на острове, экскурсоводам запрещалось даже называть церкви церквями. Говорили «культовые архитектурные постройки». А за рассказ с церковным уклоном могли и уволить. Но и тогда жители Кижи неофициально отмечали главный праздник – Преображение. Яблочный, или, как здесь его называли, Рябиновый Спас. Музейные сотрудники, которые всегда, в общем, относились так по-своему к этой проблеме, они решили выделить этот праздник тем, что стали нанизывать рябиновые бусы. Во время Преображения всегда созревают уже рябины. И вот рябиновые бусы – это был такой знак вообще музейного сотрудника, который празднует Преображение. Православное богословие видит в Преображении Господнем прообраз Его воскресения и второго пришествия. Библейская история рассказывает, как Христос со своими учениками Петром, Яковом и Иоанном зашел на гору Фавор. Иисус божественно преобразился, Его одежды стали белыми, как снег, и им было явление ветхозаветных пророков и самого Бога Отца, в беседе с которым явилась тайна возвращения Иисуса после Его смерти и искупления людских грехов. Преображение человечества в лице учеников узнало о божественности человеческой природы. Впервые в Покровском храме митрополит Константин совершил литургию и обратился к верующим с архипастырским словом. Дай Бог, чтобы это преображение началось сегодня в ваших сердцах, исполнившись силой веры апостола Петра, праведностью и добрыми делами апостола Иакова и просвещением ума по молитвам святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Жители Заонежья, а также гости со всей Карелии прошли крестным ходом вокруг Кижского погоста, вокруг церкви Преображения, которая сегодня ждет обновлений, ждет, когда ее врата откроются, и как 300 лет назад колокола Спаса Кижского погоста позовут людей на первую молитву в главном храме Заонежья.